Простите, что мы немножко задержались. Мы хотели заставить вас немножко выпить, потому что, как гласит старая инструментальная мудрость, когда ты играешь инструментальную музыку, чем больше люди пьют алкоголя, тем лучше они воспринимают. Поэтому мы хотели, да, чтобы вы выпили вишневого, может, по одному или по два. Лев Трофимов. Он сегодня привез немножко своих игрушек из дома. Зверушек, да, игрушек, зверушек. Мы потратили все дебоксы, которые были в клубе, и даже тех, которых не было. Спонсором дебоксов сегодня выступил Андрей Ласкин. Андрей, спасибо большое. Сергей Гейер. Сергей Гейер сегодня все угощает пивом. Это отчасти правда. Те, кто скинулся ему на подарок, он угощает пиво. Неожиданно у нас появился Влад Цаллер. Абсолютно неожиданно. Последний момент. Тоже немножко привез с собой из дома и своих игрушек, совсем немножко. Вот. Ну, там Александр Кульхов, он всегда там. Дмитрий Цузе. Как говорит певица Ёлка, человек без возраста, он не стареет, он молодеет. Вот. И Александр Перфилев будет услаждать ваш слух своим умением за пультом звукорежиссерским. Потом у нас будут песни, но это уже отдельно. И начнем мы с композиции, которая была написана... Холодный, да? Следующая композиция была написана... у нее нет названия, мы вспомнили про нее практически только сегодня. Лёва боится ее играть, потому что там много нового, потому что вместо того, чтобы репетировать, мы сочиняем на репетиции. Вот. И поэтому просто наслаждайтесь тем, что вы здесь, что здесь тепло, здесь очень вкусные бургеры. Пиво, опять же, вишневое. И мы очень рады, что вы здесь сегодня с нами. Так что просто получайте удовольствие.
Thank you.
Спасибо. Мы тут несколько песен сочинили по ходу действия. Потом посмотреть запись. А сейчас мы для вас сыграем композицию, которую мы почему-то любим играть. Я написал Джошуа Редмана, и зовут... И эта композиция называется The Healing Home. Thank you.
Лев Трофимов. И вода. А сейчас я хотел бы позвать на сцену обладателя просто феноменальных вокальных данных Лауру Пленкину. Друзья мои, Лауру Пленкину. Всем привет, меня зовут Лаура Пленкина. Еще раз я никто не запомнил. Друзья, для меня огромная радость сегодня стоять на одной сцене с этими музыкантами. Давайте им еще разок поаплодируем хорошенечко. Коля, если бы ты был вокалистом, и сейчас была бы, например, твоя импровизация, я бы побоялась выходить. Или ты, Лев, например. Ну, слава богу, вы не вокалисты. Я очень рада нашей дружбе. Сегодня мы хотели бы исполнить несколько песен для вас. Не так много. Мы пришли сегодня получать удовольствие. Давайте все вместе наслаждаться хорошей музыкой. So
Следующую песню я не упою, я только немножко подпою Николаю. Ваши аплодисменты. Знаете, артисты любят, когда им аплодируют. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Привет, это снова я. Вы не против, если я еще комментарий немножко? Вы знаете, следующая песня — это очень добрая песня. Теплая песня, поэтому мы желаем всем присутствующим добра, любви и хорошего веселого настроения, друзья. Bye.
Give him six children, we can all be free.
exposing to live on Gallup Street. Tying old Reg around his wise head, and him help pregnant and lying in the bed. Stomping old and hungry hogs, and they're telling how bad things are down south. Дмитрий Тюзе, Саша Перфилев, Лаура Пленкина. Первый раз сегодня с нами. Спасибо большое, друзья мои.
По-моему, было классно. Спасибо вам большое, что вы пришли. Спасибо! До новых встреч, да? До новых! Все, пока!